Я так понимаю, что с одним из подписчиков моего канала в Телеграм у нас возникла дискуссия. И вот его очередное сообщение. Если вы считаете, что для того, чтобы наладить контакт с женщиной, с ней обязательно нужно шутить, это ваше право. И я ни в коем случае не навязываю вам свое мнение. Но вот только я сам так никогда не делал. Насколько эффективна ваша модель общения с женщинами, я судить не могу, потому что я о вас ничего не знаю. Но я знаю все про себя, и сейчас я скажу то, что, возможно, мне не удалось донести до зрителей в своих предыдущих роликах. Женщины не понимают шуток, и если вы думаете, что ваши шутки произведут на женщину впечатление, то вы очень сильно заблуждаетесь. Это работает немного по-другому. Если мужчина способен отвлечься от темы разговора с женщиной и пошутить, это свидетельствует о том, что он чувствует себя свободно, он раскован, он не напряжен. И именно эта свобода и раскованность в общении как раз и привлекает женщин в мужчинах. Но, как мне кажется, мой подписчик тут путает причину и следствие. Мужчина шутит не для того, чтобы понравиться женщине. Мужчина шутит потому, что ему плевать на то, что женщина о нем подумает.